Слышишь? Ой. Я говорю, слышите, кто-то сзади ходит, а он сзади меня уже стоит. Всем привет, дорогие друзья. С вами Димас, Чебузаврик, Секрет, Радекс, пацаны, поздоровайтесь. Всем привет. Сегодня мы играем в Гаррис Мод. Самая крутая рубрика на моем канале. Аниматроники пугают охранника. Мы скачали новую карту FNAF 3. Здесь есть кнопки. Она вышла сегодня. Если опять кушайте, приятного аппетита. А мы начинаем выживать. Не забываем ставить лайк, подписываться на канал, потому что мы выпускаем ролики каждый день. И кто хочет с нами записывать, заходите на наш Дискорд. Ссылочка где, пацаны? В описании. В описании. Молодец. Так, идет. Сейчас, когда только подойдет, я закрою. Дверь, кнопка не зарядилась. Я забыл. Или в шкаф можно, точно. Или в шкаф. Зараза, хорошо, я забыл, что можно в шкаф друг на друга на голову садиться. Ну ничего, пацаны. Все сейчас только начинается. Я понимаю, что сегодня аниматроники у нас шутки не любят. Так, идет. Очень классные шаги у них сделаны. Сейчас только подойдет и закрою дверь. Все, весь дверь закрылась. Блин, честно, немножко аж испугался, что сейчас опять мы сольемся. Но этого мне не хочется, чтобы мы слились. Еще лезет. О, молодец. Ай! Мне нравится эта карта, что кнопку просто так ты не понажимаешь. Надо нажимать только, когда подходит аниматроник. Это очень круто сделано. Респект разработчику, кто эту карту сделал. Вообще люблю очень классно FNAF 3. И все, кто хочет, чтобы следующий ролик мы записали по FNAF кооп прохождение, плюсик в чате. Или мы хотим. Если будет около 100 таких комментариев, то мы обязательно сразу пойдем записывать FNAF кооп 3. Потому что третью часть мы прошли только 2 ночи. Там сейчас третья ночь, она будет очень жестко, но мы это сделаем. Ради подписчиков я готов на все. Идет. Стоит. Бей ее через окно. Ой. Открываем двери. Ярко. Мне интересно, если мы кнопку нажимать не будем, откроется дверь сама или нет? О, дверь открыла! Я понял. Молодец. Моя школа. Мочить без остановки. Классно. Ай, молодец. Эту решетку закрывай. Так, если тяжело, шкаф сразу открыть. Давай потренируемся. А ну, заходи. Заходи ко мне и закрывай двери. Все, мы натренировались, а теперь я вижу жопу Спайдермена. Так, я стою возле двери. Надо быть внимательным, потому что реально двери очень круто реализованы. У него озвучку изменили, что ли? Ой, два бони. Так, я вижу, я успею закрыть. Так, ждем. Он не... А, кстати, он не... Эй, ты как читеришь? Ты как стоя прошел вентиляцию? Это как ты это сделал? Научишь? Так я вроде бы же закрывал. Нет, это даже не он напугал. А, понял. Я ты что, раз... я так буду дергаться, сейчас на стуле уеду в другую комнату. Так, шкаф два сразу держать открытый, чтобы мы, если что, успели в него залезть. О, идет кошмарная Чика. И двери сели. Давай в шкаф, быстрей. Шкаф. Ой. Так, закрывай. Все, сидим в шкафу. Скажешь, когда они уйдут, мы сразу выйдем. Так, сидим. Классно, хоть одно есть место в FNAF 3, где можно реально зашкериться от них. Я слышу, он ходит. Вот он тут пробежал, эта палка. Так, внимательно. Шел? Шел. Я знаю это, балунбой страшный. Кошмарный балунбой, да. Да. Так, дверь зарядилась у нас. Я так понял, секунд 5-10. Да откуда он был? Блин, очень атмосферная карта. Классно сделана. Так, дверь открылась. Если что, я успею. Марионетка. Надо приблизительно высчитать время, когда ее можно закрывать. Так, идет Чика. Закрываем. А, все, ты не успел, прощай. Пока. Идет. Прошла мимо. Да как ты убил и меня через шкаф? Вот, все, ну, зарядилась думаю, дверь. А тут есть какие-то индикаторы по зарядке двери или нет? Не знаю.
Вот подожди, что тут я нажимаю здесь, загораются лампочки. Что это означает? Это камеры, где включаются? А, это ты, короче, тут, короче, одна камера сломана, видишь? Эта карта только вышла, скорее всего, ее починят и будет все четко работать. Ну ты зачем это сделал? Ты закрыл дверь за собой. Не надо было этого делать. Спасибо, у меня хороший... У меня сегодня классные охранники, которые делают по красоте. Ах ты предатель. А, это тебе за меня. Молодец, что ты его убил. Так, 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 смотри внимательно. Идет. Сейчас дверь откроется. О, кто-то шкарябает. Это Фокси, наверное. Все, все, все. А, ты не влазишь. Ха-ха, быстрее закрывай двери! Закрывай! А все, закрыто. Есть, есть, есть. Блин, такие звуки классные аниматроники издают. Слышите, как будто что-то шкарябает такое. Ушел? Да. Есть, есть, есть. Я в шкафу, я в шкафу. Прикольно, он ногу тащит прям, видите? Блин, этого аниматроника не помню. Неужели это доделали новые пилпаки? Я его в кабинете закрыл. Ушел? Он тут? Ай, зараза! Я успел, я успел. У нас небольшой отдых. Передыхаем. Сейчас немножко вам покажу, ребята, эту пиццерию, насколько она крутая. О, нажми там кнопки, откроется вентиляция тут или фантомный нет? Фантомный Фрейджи. Они сейчас обе закрыли. Ой, 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 вы видели? Он сзади, он сзади, он сзади. Тут камеры везде стоят, прям очень круто. Так, я вышел с вентиляции. Есть шкафчики. Кстати, в этих шкафчиках можно реально прятаться. Мы сейчас это сделаем. Пересидим, пока аниматроник пройдет. Тут у нас Фокси в кабинете, ядовитый. Да? Боишься да. его? Я в шкафу сижу. Так, проходит мимо. Ох, он и стрёмный. Классно, что он шкафчики добавили. Такой. Шкафчики добавили реально в тему. Смотрите, и уходит сразу. По музыке можно определить, что он ушел. Выходим. Так, а что эти окна? Это просто можно позаглядывать, да? Тут что идет? Отлично, моего охранника убили. Тут еще, если ты в пиццерии потерялся, тут есть шкафчики, в которых можешь спрятаться от них. Да, это классно сделано. А шкафчиками вообще делали офигеть. Опа, стоп. Закрываем. И влезем в вентиляцию сразу. Я слышу, слышу, за мной идет. Так, вроде за мной никто не идет. Или идет? Не идет. О! О, ну, я в офис прилез! Прощай, прощай! Не убежал сразу. Так. Какая карма. А, блин, прощай. Как он меня не убил? Он меня не убил, он меня. А что, не увидел, быстрее что ли, пролезай. Меня? Быстрее. Я лезу, быстрее, быстрее, быстрее. Так, сейчас дверь сейчас откроется. Прощай, тебе пора на тот свет. Быстрее. Давай, давай, садись. Закрывай, закрывай, закрывай двери. Есть. Есть, есть, есть. Ого. Это как случилось? А? Дверь ударила, я умер. Так, сейчас дверь зарядится, мы сможем ее закрывать. Где аниматроники? О, нету здесь. Ну, здесь открывается дверь? Нет, здесь дверь не открывается. Я вижу, там кто-то идет. Так, Чика идет, я успею. Пока она дойдет, дверь закроем перед самым ее носом. И еще один, сразу два идут. Они быстро бегать умеют, так что они быстро бегают. Нет, они не могут быстро бегать. Это медленные старые аниматроники. У Чики вообще он рук нету, видишь, поломанная? Так, побежал. Если что, сейчас она будет вентиляцию закрывать. Опа, я слышу кого-то. Так, идет. Надеюсь, за это время дверь зарядится. Так, приближается. Дверь! Есть! Дверь успела зарядиться. Интересно, сколько? Где-то секунд 10 дается на зарядку этой двери. Обиделся, ушел. Они просто патрулируют эту пиццерию. Хотят нас замочить, но у них ничего не получится. Вошеньки. Отлично. Знаете, мне нравится в этой пиццерии, что, знаете, электричество везде. Все такое разрушенное, поломанное. Дверь села!
Может, она успеет зарядиться, пока он... Да, наверное, успеет дверь зарядиться, пока он дойдет. Он очень медленный. Только что-то аниматроников. Их очень много здесь. Есть! Дверь зарядилась. Он сейчас дверь поцелует и уйдет. Так, я его слышу. Я его даже видел тут немножко. Блин, такие шаги крутые у этих аниматроников. Прям вообще классно сделано. Пошел, пошел, пошел. Фокси идет. Сейчас дверь сядет, пока Фокси дойдет. А может, и успеет она сесть. Зарядиться. Так, надеюсь, я его смогу закрыть. Так, сейчас он еще не доходит. Ай, дверь! Он не убивает нас? А, это добрый. Это добрый Фокси. Или злой? Не, вроде добрый. Да, это добрый Фокси. А вот идет злой Фокси. Это Фредди был. Фокси, Фокси, два Фокси. Немножко его подглючивает. По звуку слышно, что глючит его немножко. А двери открывать не могу? А это добрый Фокси. Так, еще один идет. Наверное, я свалю лучше, потому что сейчас дверь сядет. Все, ушел, ушел, ушел. Блин, ну как ты стоя заходишь в вентиляцию? Слышишь? Ой. Я говорю, слышите, кто-то сзади ходит? А он сзади меня уже стоит. Красавчик, молодец. Так, пацаны, слушаем. Опа, идет, идет, идет. Но они медленные. Я успею дверь закрыть. Сейчас только он зайдет за угол и сразу закрою дверь. Так, есть, смотрите. Опа, и не смог. Так, здесь пока откроем двери. Все, ушел. Блин, смотрите, как круто у него глаза в темноте светятся. Прям вообще респект. Так, вижу, Фредди стоит. Так, так, на всякий случай сейчас дверь сядет. Блин, столько шумов от них исходит, это просто жесть. Опа, добрый пошел. Так прикольно понаблюдать за аниматрониками, вообще классно. Мамочка моя! Зашел. Но это добрый, видите? Он не убивает нас, это прогулочный такой. Вот идет злой. И я успел закрыть двери. Озвучка классная вообще. Ого, там кто-то упал. Так, пойдем сюда. Сейчас дверь просто сядет. Спасибо, что закрыл меня. Красавчик. Пройдемся по вентиляции еще. О, давайте сделаем сюрприз аниматроникам. Я давно это не использовал. Сейчас мы их накажем. Так хотелось давно это сделать, так что, ребята, кто писал в комментариях, что я взял это оружие, я вас увидел. Так, ну где эти подлецы? На! Поиск и уничтожение аниматроников. Слышу. О, а если мы так делаем, будет поджигаться карта? Ой-ой-ой, чуть своего не убил. Жизни не тратится, а чё? Это тебе за моего. И сейчас мы в течение минуты не проигрываем, значит, мы выиграли. А если мы проиграем, то аниматроники выиграли. Давайте админский пистолет запрячем. Молодец. Закрыл двери и запрятаться не могу куда, хотя есть, можно вентиляцию быстренько. Так, стоит, стоит, стоит. Ушел. Марионетка. Марионетка. Надеюсь, она меня не убьет. Блин, очень страшно, когда марионетку вижу. Все, он меня не сможет убить. Да, хоть бы мы в эту минуту не умерли. Но уже где-то полминуты прошло.
Эта вентиляция здесь долгая, очень долгая вентиляция. Так. Вошел кружок. Слышу, слышу, бежит кто-то. Прячемся. Ой. Так, слышу, кто-то ходит там. Блин, ладно, вы выиграли. Ну обманул меня, представляете, сидел в вентиляции и убил меня. Ну выиграли, все. Аниматроники сегодня победители. Ну блин, классно обманул. Реально, ну что не сидеть в шкафу? Сидел в шкафу, не думаю, выйду, посмотрю, как там. Погода. Ну погода не очень. Аниматроникопад. Если понравилась эта серия и вы хотите еще, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал, вступайте в наш Дискорд. Ну а всем отличного настроения и всем пока. Вот так надо бомбу взрывать.